церемонию вручения документов об образовании и квалификации выпускникам Санкт-Петербургского государственного университета 2023 года. В исполнении хора СПБГУ звучит студенческий гимн «Go Down». А сейчас прозвучит гимн студентов физиков «Дубинушка». На физфак кто пал, тот пустить перестал. На физфаке не жизнь, а физика соль, остальное все ноль, а юрист и философ дубина. Эй, дубинушка, лукнем, может, физика сама пойдет, подучим, подучим, на скинем. На физфаке все учебники прочь и затянем родную дубинку. Эй, дубинушка, ухнем, может, физика сама пойдет, подучим, подучим, да скинем. Месяц в окна глядит, студент все не спит, над конспектом согну свою спину. Сто экзаменов сдал, сто зачетов столкал, а остался дубина дубинной. Эй, дубинушка, лукнем, может, физика сама.
приступить к вручению дипломов, хотелось бы сказать несколько слов о процедуре. Я называю фамилию, имя, отчество. Выпускник поднимается на сцену, получает диплом, смотрит на фотографа и улыбается. Затем подходит к столу, ставит свою роспись о получении диплома. После остается на сцене для общего фотографирования. После фотографирования уже проходит зал. Теперь приступаем к торжественной церемонии вручения документов об образовании и квалификации. Для приветственного слова и вручения дипломов на сцену приглашается заместитель декана Алексей Викторович Титов. Раз-раз, меня слышно. Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно же, выпускники, родители, преподаватели, гости. Хотел бы сказать несколько таких общих слов. У нас в последнее время каждый год все по-новому. То мы дипломы вручаем дистанционно, в силу непреодолимых обстоятельств, то мы вручаем дипломы в главном здании. Вот в этом году, тоже в силу определенных обстоятельств, мы вручаем дипломы дома, в родных стенах, в конференц-зале НИИФа. Но о чем это говорит? О том, что мы очень гибкие и ко всему готовы, и наши студенты тоже. И учимся по ходу пьесы. С другой стороны, хочу сказать, что, судя по народу, может быть, от объема зала, народу чуть ли не больше, чем в актовом зале Большого университета, где мы в прошлом году вручали дипломы. Есть еще одно соображение. Этот год, я не знаю, наверное, все знают, вот скажу на всякий случай, он юбилейный. В этом году исполнилось 90 лет физическому факультету. Ну, а если отталкиваться пятилетиями обучения, то, наверное, и выпуск можем предполагать юбилейный, 85-й, с чем я вас и поздравляю. Ну, что хочется сказать. У сегодняшнего праздника, это действительно большой праздник, у него много участников. И главный участник, конечно, это наши выпускники. Ребята, которые достойно пробежали очередную дистанцию эстафеты, сегодня получат приз, ну и дальше их будет ждать следующая дистанция. Конечно же, это праздник для их родителей. Сегодня смотрю, что много родителей, это очень радует. И мы все понимаем, что нагрузка большая на студентов и на их родителей тоже. Родители переживают при поступлении, переживают и делят радости и неудачи со студентами во время обучения. Но и сегодня для них это праздник. Конечно, это праздник для преподавателей, которые все эти годы передавали вам свои знания и вкладывали частицу своей души. Ну и не меньше праздник для работников невидимого фронта, для наших административных подразделений, учебного отдела, отдела образовательных программ, которые вели вас на протяжении всего периода обучения и даже сегодняшний праздник тоже готовили. И я бы поблагодарил отдельно, вот Галина Павловна здесь стоит, девушки, давайте поблагодарим. Что я хочу вам пожелать? Конечно, вы молодцы. Наверное, почему я сказал, что для преподавателей этот праздник, он немножко с налетом грусти, потому что с некоторыми из вас, ну, в силу объективных причин, мы прощаемся. Но все-таки очень хочется верить и желаю вам и нам, чтобы с большинством из вас мы снова встретились уже осенью, чтобы бакалавры поступили в магистратуру, магистры в аспирантуру, и мы продолжили наше общение, которое, надеюсь, полезное, приятное для всех.
Но для тех, кто нас покинет по определенным причинам, по разным совершенно, я хочу пожелать успеха в жизни. И я уверен, что образование, полученное на физическом факультете, оно поможет вам в дальнейшей жизни, потому что, как показывает практика, наши выпускники находят себя не только в науке, но и в совершенно разных областях деятельности. Например, и в госуправлении, и в бизнесе, потому что чему учит физическое образование? Стройности мысли и нетривиальным способом решения сложных задач. А это в жизни очень помогает. Каждый год, и сейчас не исключение, должен сказать некий технический момент. Значит, ребята-бакалавры, кто собирается поступать в магистратуру, сегодня вы получите диплом. Как показывает практика, зачастую бывает так, что эйфория, праздник, бурное общение, а утром диплом пропадает. И становится очень горько и обидно. Поэтому, чтобы этого не случилось, те, кто собирается, а я надеюсь, таких много, продолжить обучение в магистратуре, здесь находится Рудакова Тамара Викторовна. Тамара Викторовна, поднимитесь, пожалуйста, вот на заднем ряду. Руку поднимите, чтобы все видели. После получения диплома можно сразу сдать оригинал Тамаре Викторовне и быть уверенным, он никуда не пропадет. Еще раз поздравляю всех присутствующих, желаю удачи, спасибо. Получение дипломов с выпускников кафедры высшей математики и математической физики. Диплом с отличием вручается бакалаврам Сморчкову Даниле Сергеевичу. Thank you.
математических наук, доценту Словущу Владимиру Анатольевичу. Алексей Герман-старший рассказывал такую историю. Мама его в эвакуацию повезла из московского, по-моему, зоопарка львенка. Но говорить об этом было нельзя, всем говорили, что это такая собака. Ну и уже когда они уезжали обратно в Москву, к ней подошел ее знакомый пьяница и сказал: «Не верь никому, это у тебя лев. Ребята, это у вас лев. С чем я вас и поздравляю». Благодарим вас. Продолжаем торжественную церемонию вручения документов об образовании и квалификации. Приступим к вручению дипломов выпускникам кафедры вычислительной физики. Диплом с отличием вручается бакалавру Низамову Ринату Фаильевичу. Диплом с отличием вручается бакалавру Румянцеву Артему Сергеевичу. Константину Ивановичу. Диплом бакалавра вручается Андрееву Максиму Михайловичу. Николаевичу.
заведующему кафедрой вычислительной физики Яковлеву Сергею Леонидовичу. Раз. Теперь меня слышно. Ну что ж, профессор, заведующий кафедрой, это хорошо. Главное, поздравлять я вас буду как выпускник физического факультета 1980 года. И это, считаю, главная моя заслуга. И теперь она есть у вас. Ну а у бакалавров, я надеюсь, тоже будет. Полноценные выпускники физического факультета, магистры, и всем от души желаю вам успехов в вашей жизни, учебе, работе, в науке. Поздравляю! Знания, навыки, которые вы получили в университете, на нашей кафедре, помогут вам
добиться всех целей, которые вы перед собой ставите. Поздравляю вас. Спасибо большое. Продолжим нашу торжественную церемонию. А сейчас приступим к вручению дипломов кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров. Диплом бакалавра с отличием вручается Артамоновой Дарье Александровне. Вручается бакалавру Карташовой Анне Денисовне. Диплом с отличием вручается бакалавру Крючкову Олегу Павловичу. Диплом с отличием вручается магистру Кубенко Варваре Георгиевне. Thank you.
магистра вручается Чернышову Даниилу Александровичу. Кандидату физико-математических наук, доценту Постон Софье Владимировне. Уважаемые выпускники, все мы знаем, все здесь присутствующие, я думаю, знают, что физика — это самое фундаментальное из всех естественных наук. Поэтому она очень хорошо помогает нам решать задачи не только истинно физические, но и на стыке, например, физики и биологии. И я очень рада вам пожелать, чтобы те знания, которые вы получили на нашей кафедре, на нашем факультете, помогли вам найти себя в самых разных областях. И физики, и биологии, и химии. В общем, куда бы вас ни занесла ваша судьба. Спасибо вам. Общее фото. Улыбаемся. Благодарим вас. Нашу торжественную церемонию. Диплом бакалавра вручается выпускнику кафедры молекулярной спектроскопии. Лучше. Поздравляю также весь деканат
с тем, что он наконец-то победил, и вы все будете отчислены. Но отчислены самой лучшей формулировкой в университете в связи с окончанием Санкт-Петербургского государственного университета. Но свои особенные поздравления сегодня я хотела бы произнести нашим иностранным студентам. Поверьте, им было тяжелее всех учиться. К нам из Эквадора приехала сиаричай Мендоза Мария Хосе. Из-за проблем с визой первые два месяца ей пришлось учиться дистанционно. Какая ерунда, скажете вы, прошедшие полтора года ковида. Но разница во времени между Петергофом и Эквадором 8 часов. И хочу сказать особые слова благодарности кафедре молекулярной спектроскопии, которая вошла в ситуацию. И читала лекции, и вела семинары и в 4 часа вечера, и в 6, а кто-то, может быть, и позже. И вот Мария преодолела все сложности, прошла все прокторинги, выучила русский язык и физику, надеюсь. И сегодня на память о физическом факультете я хотела бы вам подарить небольшой сувенир. Это футболка с эмблемой физфака и нашей любимой Ашнюшкой. Мария, как бы ни пришлось вам дальше нелегко в жизни, посмотрите тогда на эту эмблему и вспомните, что вы закончили физический факультет СПбГУ, и значит, никакие трудности вам больше не страшны. Ошибиться, но фелицидадес, Мария. Поздравляю.
почетному профессору Санкт-Петербургского государственного университета Голубовскому Юрию Борисовичу. Дорогие друзья, вам посчастливилось получить образование на физическом факультете по системе, которую заложили выдающиеся ученые. Член-корреспондент Фриш поставил курсы общей физики и первую и вторую лаборатории. Академик Смирнов адаптировал математику, высшую математику и матфизику к потребностям физиков. Академик Фок поставил теоретические курсы. Так вот, эта система образования, которую я получил много десятков лет назад, позволяет мне весьма комфортно чувствовать себя в дискуссиях с западными коллегами, которые получили образование по этой болонской системе. В общем, цените тот научный потенциал, который вы приобрели на физическом факультете. Еще раз поздравляю вас. Отдельное слово предоставляется Серовой Елене Валерьевне. Здравствуйте, снова я. Не буду поздравлять вторично, но хочу сказать, что в этом выпуске кафедры оптики есть представитель из Республики Сирия. Это Бадр Абдул-Хади. Вы знаете, когда Абдул приехал в сентябре, да, к нам и сказал, что, ну, сказал, это было сложно назвать, мы поняли, что на подготовительном факультете, пока он учился в Сирии дистанционно, ему было очень сложно. Не было интернета, не было связи. Мы понимали Абдула с трудом. Он понимал нас с большим трудом. И вот когда через 2-3 месяца он пришел в учебный отдел и сказал, я хочу красный диплом, мы слегка удивились, объяснили ему все условия. Абдул ушел. Мы переглянулись и подумали, это невозможно. Сегодня Абдул стоит с дипломом именно красным. Я особенно вас поздравляю с этим достижением. И хочу сказать, что на физфаке все возможно. Я тоже пару слов скажу, потому что здесь надо и Абдула поблагодарить, и коллектив кафедры оптики поблагодарить, потому что я знаю, что действительно это было непросто, но энтузиазм с обеих сторон, терпение и желание достичь результата дали свои плоды. Поэтому спасибо и нашим обучающимся, и нашим профессорам. Общее фото. Спасибо большое. Продолжим нашу торжественную церемонию с вручением дипломов кафедры общей физики 1. Диплом бакалавра с отличием вручается Покатову Степану Павловичу. Вручается магистру Медведеву Алексею Геннадьевичу. Вручается магистру Решетникову Данилу Дмитриевичу. Очень приятно что-то вручать уже.
магистру Столярову Василию Александровичу. Диплом с отличием вручается Султанову Олегу Шамилевичу. Диплом бакалавра вручается Гасилову Макару Александровичу. Диплом бакалавра вручается Малышеву Даниле Михайловичу. Диплом бакалавра вручается Мартынову Юрию Юрьевичу. Диплом бакалавра вручается Нурегеевой Амине Эриковне. Диплом бакалавра вручается Потапову Дмитрию Андреевичу. Диплом бакалавра вручается Русских Алексею Алексеевичу. Диплом магистра вручается Литвинову Льву Алексеевичу. Диплом магистра вручается Павелиной Марии Евгеньевне. Профессору, заведующему кафедрой общей физики 1 Машику Игорю Чеславовичу. Ну что, друзья, поздравляю вас. Вы получили прекрасное образование, на самом деле. Какое оно прекрасное, вы поймете после того, как в соответствии с известной истиной вы забудете все, чему вас учили. И вдруг обнаружите, что у вас есть возможности и навыки поведения и принятия, поведения в сложной ситуации, принятия решений, когда нет никаких поводов и данных для того, чтобы их решать. Это умение будет у вас на всю жизнь. Поздравляю и желаю вам счастливой и очень интересной жизни. У вас есть такая возможность реализовать эту возможность. Ну все, давайте. Ни пуха, ни пера. Thank you.
нашу торжественную церемонию с вручения дипломов выпускникам кафедры радиофизики. Диплом с отличием вручается магистру Леонову Владиславу Андреевичу. Диплом с отличием вручается магистру Тютереву Михаилу Ивановичу. Но есть к чему стремиться. Диплом магистра с отличием вручается Муглу Артуру Игоревичу. Диплом магистра с отличием вручается Петевка Юрию Юрьевичу. Диплом магистра с отличием вручается Слесаренко Анастасии Витальевне. Диплом магистра с отличием вручается Фан Синьчжэнь. Степану Геннадьевичу. Диплом бакалавра вручается Журавлеву Денису Витальевичу. Артему Константиновичу. Диплом бакалавра вручается Колесник Роману Викторовичу. Диплом бакалавра вручается Кольцову Александру Ярославовичу. Роману Владимировичу. Диплом бакалавра вручается Ягодину Григорию Сергеевичу.
Ивану Андреевичу. Диплом магистра вручается Иову Илариону Лаврентьевичу. Диплом магистра вручается Курбатову Николаю Витальевичу. Диплом магистра вручается майорову Никите Анатольевичу. Представляется доктору физико-математических наук, профессору, заведующему кафедрой радиофизики Тюхтину Андрею Викторовичу. Спасибо. Сколько вас набралось? Хотя половина, по-моему, отсутствует, в общем, по уважительным причинам. Ну, большое спасибо вам, ребята, за то, что вы старались. Закончилось для кого 4, для кого 6 лет. Всего этого учения. Вы старались. Ну, мы вроде бы тоже старались, но, может быть, меньше, чем вы. Иногда спросишь, что они студенты мало знакомые. Узнаешь от него что-то новое, сам умнее будешь. И такое бывает. Вот, приятные сюрпризы бывают. Много чего можно у студентов поучиться. Ну вот, если серьезно, иногда говорят, что многие выпускники вузов, чуть ли не большинство, работают по специальности. Не знаю, как насчет других вузов, что касается физического факультета, я, конечно, категорически с этим не согласен. Я знаю точно, что большинство работает по специальности, если, конечно, специальность трактовать в несколько более широком смысле. Конечно, не все остаются в академической науке, это безусловно так, но и программистам, и преподавателям вузов физический факультет дает необходимые знания. И, конечно, он дает необходимое знание тем, кто будет работать дальше в прикладной науке в области высоких технологий. Выпускники нашей кафедры всегда делали хорошую карьеру в этих областях, а теперь тем более многим из вас даже особенно адаптироваться не нужно, поскольку выпускники специализации ИОВ и ЭМА. Это все востребовано в области прикладной науки, безусловно. Так что поздравляю вас, ребята, с окончанием кого 4, кого 6 лет. Безусловно, желаю всем бакалаврам поступить в магистратуру и также успешно ее закончить. Ну и магистрам желаю либо поступить в аспирантуру, либо найти себе интересную и достаточно доходную работу. Безусловно, и интерес, и достойная зарплата, несомненно, важны. Но не выбирайте работу там, где больше платы. Нужно выбирать, чтобы интерес был и зарплата достойна. Я думаю, что все вы это, в конце концов, осуществите. Поздравляю вас еще раз, ребята. Всего вам хорошего, здоровья, счастья, удачи. Спасибо. Отдельное слово предоставляется заместителю начальника отдела международного сотрудничества Серовой Елене Валерьевне. Я последний раз. В этом году кафедру заканчивает представитель Китайской Народной Республики Фан Синьчжэнь. Фан Синьчжэнь учился, пожалуй, больше других. Сначала пришлось заканчивать подготовительный факультет университета, да? Вот. Затем мужественно и упорно учиться в бакалавриате физфака. И сегодня он достиг наивысшей цели и получает красный диплом магистратуры физического факультета. Фан Синьчжэнь, если ты соскучишься по Санкт-Петербургу, возвращайся, мы ждем тебя в аспирантуру всегда. И опять же, боюсь ошибиться, но Гон Синьчжэнь, Фан Синьчжэнь. Общее фото. Благодарим вас.
и продолжим нашу торжественную церемонию. Диплом магистра с отличием вручается выпускнику кафедры статистической физики Гостевой Любови Андреевне. Диплом магистра с отличием вручается Давлетбаевой Диане Азаматовне. Диплом магистра с отличием вручается Захарову Дмитрию Васильевичу. Вручается Треногину Александру Владимировичу. Диплом бакалавра вручается Загитову Айнуру Ильнуровичу. Диплом бакалавра вручается Ешукину Артему Сергеевичу. Диплом магистра вручается Евдокимову Даниилу Александровичу. Слово предоставляется доктору физико-математических наук, профессору Ульянову Сергею Владимировичу. Добрый день. Мне вообще очень повезло, потому что, вообще говоря, я хотел сказать, что мне редко приходится поздравлять, но сегодня я бы поздравлял, вообще говоря, один из лучших выпусков и бакалавров, и магистров, которые видел. Но сегодня мне повезло вдвойне, потому что, вообще говоря, вот в этих двух выпусках есть лучшие из лучших. И вот она как раз выслушает поздравление, которое адресовано всем. Так что мы учили и вас, и тех, кого нет, вообще говоря, самому главному – это учиться. Поэтому никаких из, в принципе, решаемых задач для вас нерешаемых нет. Так что вы ко всему готовы. Пожелаю вам только удачи в дальнейшем. Ну и вы, и все прочие выпускники, все остальные, можно так сказать, все, кто выпускается, приводите сюда в свое время своих детей учиться. Вот я одного привел, ну и вам того же желаю. Можете больше приводить. Так что всего самого хорошего. Часть ребят, особенно из магистратуры, они сейчас находятся на военных сборах, поэтому по объективным причинам многие не могут участвовать. Продолжим нашу торжественную церемонию с вручением дипломов выпускникам кафедры физики и атмосферы. Диплом бакалавра с отличием вручается Михайлович Анастасии Сергеевне. Thank you.
Светлане Васильевне. Надеюсь, все оценили каких бы выпускников подготовили, да? Вот. Если Малфова одних разобрал, то дурак. Специалисты по климату, между прочим. И вот сейчас они заканчивают свои, как называется-то, диссертации-то. Бакалавра, да, диссертация бакалавра, вот одновременно они все подали в журнал Web of Science результаты своих исследований. Причем Анастасия Михайлова, она уже две работы таких сделала. То есть это выпускники бакалавриата. Естественно, они уже заразились этим вирусом научных исследований, который не имеет противоядия. И я этому счастлив. Я очень рад, что они будут учиться у нас в магистратуре, и, может, лет через 7 я им буду вручать диплом кандидата наук. Поздравляю вас! Приглашает присоединиться к глобальному сообществу универсантов, к нашим проектам и программам. Внимание на экран! Дмитрию Алексеевичу.
Анастасии Алексеевне. Диплом магистра с отличием вручается Юрченко Семену Вячеславовичу. Также я надеюсь, что это окончание факультета для многих из вас не последнее окончание. Мы с вами продолжим с многими из вас научную работу с кем-то в магистратуре, с кем-то в аспирантуре. Я хочу пожелать вам всяческих успехов и, пользуясь возможностью, я хочу вам напомнить, что для кафедры очень важно получать от вас обратную связь. Вы знаете, о чем я говорю. Призываю всех этой возможностью не пренебречь, как это сделать, вы знаете. Ну и напоследок я не могу не сказать. Физфак чемпион. А общее фото? Виноват. Благодарим вас! Продолжим нашу торжественную церемонию вручения диплома выпускникам кафедры физики Земли. Диплом бакалавра вручается Брыжакиной Диане Дмитриевне.
Диплом бакалавра вручается Гребенюк Василию Андреевичу. Диплом бакалавра вручается Дубешко Данилу Денисовичу. Здравствуйте. Тут обещали ведь мантии-невидимки раздать, да, тем, кто не отличники. У нас только Васе досталось. Но в любом случае я вас поздравляю и хочу сказать, что это только начало. Вам предстоит еще магистратура, как я понимаю, вы собираетесь. И наслаждайтесь учебой, наслаждайтесь студенческими годами. Как минимум 2 года у вас еще впереди. Практики, поездки и много чего вам предстоит еще. Молодцы. Учитесь дальше. Выпускникам кафедры фотоники. Диплом магистра вручается Борисик Анастасии Константиновне. Диплом магистра с отличием вручается Дерибиной Екатерине Игоревне. Спасибо. Еще раз, будьте всегда решительны, не опускайте никогда рук, и у вас все получится. Спасибо. Всего доброго. Диплом.
выпускникам кафедры физики твердого тела. Диплом бакалавра вручается Кожевину Павлу Николаевичу. Диплом магистра вручается Ручеву Андрею Михайловичу. Дорогие выпускники нашей кафедры и выпускники всего курса, вот вы и попали. Вы попали в сообщество выпускников нашего факультета, которому много лет уже имею честь принадлежать и я. Что я хочу сказать? Вам много говорили про учебу, и я, конечно, желаю вам успехов и в вашей дальнейшей учебе, и в профессиональной деятельности. Но мне хотелось бы сказать, что по опыту более старшего вашего товарища, что у меня, ну, я надеюсь, что и у большинства выпускников нашего курса, сохранилось со времен учебы наши дружеские, приятельские связи и знакомства. Они, в общем, никуда не делись, и уже почти полвека мы, так сказать, получаем радость от этого общения, чего я и вам желаю в дальнейшем. Счастья и успехов в жизни. Спасибо большое. Общее фото. Диплом магистра с отличием вручается выпускнику кафедры электроники твердого тела Пугаеву Александру Викторовичу.
дорогие друзья, вот я сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником, который сегодня мы все вместе переживаем. Вот я, естественно, присоединяюсь к тем всем поздравлениям, которые здесь уже прозвучали. Попытался придумать что-то от себя неожиданное, но получилось примерно следующее, две фразы небольшие. Значит, физик – это на всю жизнь, и как бы вы ни пытались от этого уйти, это все равно останется с вами. Имейте это в виду. Второе, единственное, что не подвластно физику – это время. Берегите его и рационально используйте. Еще раз с праздником. Спасибо. Диплом бакалавра с отличием вручается выпускнику кафедры ядерно-физических методов исследования Швалюк Дарье Николаевне. Я поступил на физфак в 66-м году. И вот тут ничего не было.
И мы вместо картошки копали тут траншеи под фундамент физического факультета. А в 72-м году в этом физическом факультете я получил диплом. И вот за 50 лет профессиональный, это когда за деньги, работы физики, значит, я понял, что физика – это наука о здравом смысле. И поэтому вы теперь дипломированные специалисты, и где бы вы ни работали, вы всегда будете работать по специальности. Удачи вам! Доцент кафедры радиофизики со степенью PhD по физике, председатель учебно-методической комиссии Черков Владимир Александрович. Дорогие выпускники, поздравляю вас с этим самым знаменательным событием. Очень-очень рад за то, что вы совершили обучение. Мои особые поздравления выпускникам магистратуры. Вы завершили получение высшего образования. Дальше у вас профессиональная деятельность, ваша карьера. И выражаю свою особую радость выпускникам бакалавриата. У вас впереди замечательное время магистратуры. Два самых прекрасных студенческих года, когда вы уже практически все знаете. И вместо того, чтобы вас учить 6 дней в неделю, кафедры вас учат пару дней в неделю, а остальное время отдают вам научные исследования. Желаю вам их с максимальным удовольствием использовать это время, участвовать в конференциях, заниматься своими исследованиями и через 2 года быть здесь, получать диплом магистра. Спасибо. И те, кто продолжает обучение, 8 сентября ждем на Дне карьеры физика, который мы для вас опять запланировали. Пожалуйста, приходите. Спасибо. А теперь мы приглашаем на сцену выпускников, желающих выступить с ответным словом своим любимым преподавателям. Выпускники! Не стесняйся! Кафедры высшей математики и математической физики. И мне хочется очень сердечно поблагодарить свою кафедру за вот эти интересно проведенные 4 года на физическом факультете. Я здесь многому научился, не только с точки зрения такого общего физического образования, математического, но и с той точки зрения, что я нашел очень много друзей и очень много единомышленников. И на самом деле эти 4 года, они в корне поменяли мою жизнь. И я вот за это очень хочу поблагодарить, прежде всего, преподавателей, вот присутствующего здесь Владимира Анатольевича, с которым я занимался написанием своей выпускной квалификационной работы, и также передать сердечную благодарность Сосуновой Татьяне Александровне, которая является заведующим этой кафедры. И вообще, в целом, поблагодарить всех, кто сегодня пришел, родителей, выпускников. Мне очень приятно находиться среди таких заинтересованных, талантливых людей. То есть вот я сегодня здесь сижу, и меня переполняют различные эмоции. Я нахожусь под такими большими впечатлениями. Испытываю гордость за своих однокурсников и за тех людей, которые пришли их поддержать. Большое спасибо! Хотела тоже выразить свою благодарность, на самом деле, всему педагогическому составу. Как вы видите, я являюсь магистром, соответственно, я застала и бакалавриат здесь, и, соответственно, саму магистратуру.
Огромнейшее просто спасибо всем специалистам, которые помогали нам стать более образованными, более коммуникабельными, способными вступить во взрослую жизнь как специалисты, как хорошие люди. Отдельное спасибо нашему дорогому Тимофееву Николаю Александровичу за вашу помощь, за то, что вы держите нашу кафедру такой сильной и развивающейся. Моему научному руководителю Голубовскому Юрию Борисовичу, благодаря ему я стала хорошим специалистом, который имеет некоторые достижения. Вот. На самом деле я желаю всем удачи, неважно, где мы будем дальше себя реализовывать, но успехи, удачи и наша сильная воля помогут нам дальше быть еще лучше, мудрее и сильнее. Спасибо большое. Добрый день всем коллегам и студентам. Я хочу говорить одно слово. На нашем языке говорится, что я буду рабом тому, кто обучил меня ход буквы из знаний. Если хочет продаст меня, если хочет продаст меня, а если хочет освободить, а хочет пусть держит меня в рабстве. Я очень благодарен моего руководителю Владимир Сергеевич Сухомлинов. Без его помощи у меня ничего не получилось. Я тоже очень благодарен начальнику кафедры, профессору Николаю Александровичу Тимофееву. Благодарен всем преподавателям, потому что они много помогали мне, чтобы сейчас я здесь. Спасибо вам большое. На факультете, и они были очень насыщенными, и мне даже немножко грустно сейчас, что все это заканчивается. И я хочу сказать большое спасибо студоделам Галине Павловне, особенно Воробьевой, и вообще всему преподавательскому составу, и, конечно, своим однокурсникам и своим друзьям, которые меня поддерживали. Все, спасибо. Торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании объявляется закрытой. Пару слов напоследок. Во-первых, действительно, дома, как говорится, и стены помогают. Не помню я, что так вот народ шел с ответным словом раньше. Впечатляет. Спасибо, ребята. Ну, а самое главное, как мы можем завершить церемонию, не сказав дружно «Физфак! ЧЕМПИОН!» Дорогие друзья, еще раз поздравляем вас и напоминаем, что у нас есть зона для фотографирования. Просим!